Ребята, всем привет! А случается такое, что дома и суп грибной, и котлетки есть рубленые, а ты идешь за шаурмой. Домашней не хочется, хочется шаурмочки. Ребята, это какая-то у меня шаурмания, реально. Вот прям захотелось купить шаурму. Вон там он у нас вкусная, на 15-й парковой. Ну, есть там и обычный лаваш, и сырный. И арабской пита есть. Я, наверное, в сырном лаваше возьму. Прям сижу, смотрю на вот эту вот кастрюлю с супом. Думаю, съесть, не съесть. Или за шаурмочкой пойти. И внутренний голос говорит: ну что, пойдем за шаурмочкой, заодно и прогуляемся. Порядочно. Я считаю, то, что очень порядочно. Как говорится, два дела одновременно сразу сделаем. И прогуляемся, и пообедаем. Как и планировал, забрал сырнолавашницу. Вот у нас донор хаус, уж неоднократно показывал. Раньше можно было там внутри посидеть, но это было раньше. А хотя я не спросил, а если у меня QR-код, можно у вас посидеть? Фиг их знает. Ладно, сейчас где-нибудь посидим. У меня тут вообще вот этот район, он намоленный. Местечко найдем. Но намоленный в том плане, что я когда с работы еду, я вот здесь вот ставлю машинку, вот на этой стоянке. Вон туда иду за шаурмочкой. Ну, могу или в машине покушать. Ну, или вот есть площадочка, на которой никогда нет детей. Сколько раз я реально приезжал, никогда здесь нет детей. Я не знаю почему. Вот. И вон там я на лавочке посижу, поем. Кока-колоньки попью. Нормально. В общем, классное время проведу. Что-то он мне ее перегрел. За нее прям, ну, тяжело держаться. Даже через салфетки. Нагрел от души, как говорится. Ну, попробуем. Ребят, посмотрите, какое творится безобразие. Она трескается, лопается, сыпется. Я вот сижу вот так вот, чтобы, не дай бог, ни на кроссовке, ни на брюки. А мы из-за чего? Из-за того, что он и перегрел. Специально он это сделал, случайно ли. При том, что там и очереди не стояло. Я один пришел, он мне вроде шаурмист улыбнулся там. Брат, какой шаурма сделать? Вот перехвалил я, да? Пожалуйста, перегретая шаурма. Да, и кушать можно, ничего страшного, но смотрите, а удобно ли ее кушать? Вот в чем вопрос. Я, знаете, что подумал, ребят, поеду я в свой любимый торговый центр, сейчас съезжу. Метро Первомайская недалеко. Сейчас покушаю. Ну, вместе съездим с вами. Там есть Рибок дисконт, Адидас дисконт. Посмотрим. Может, еще по акции отдают. Может, бесплатно. Бесплатно заберем, не вопрос. Сейчас я вот это даем. Хорошо, хоть не тухлые. Нет, тухлых нот нету 100%. 100. Ну, там нормально у них обычно. Вот видите, что творится. Такого шаурмиста за ухо и метлу ему дайте, и вот пусть листья метет, ядрен. Это не шаурму людям делает. Позорник. Ну как так было можно, а? Ну я не получаю удовольствия. А я шаурму в первую очередь покупаю. Из-за удовольствия. Гуля лаваш ест. Он еще прибежала. Ну что вы не деритесь? На, будете. Будешь? Сегодня. Ну, мясо-то они же не будут, это курица. Курица, это и тоже голубь, только и сбоку. Потому что они будут своих родственников есть, что ли? Каннибализмом заниматься, что ли? А лавашек, вот, пожалуйста, грызут. Надо вот этой дать. Вон, иди, иди. Вон, смотри, я бросил. Ты уже поел, дай. Зараза, а? Хотел сказать, дай подруге-то, Идрёнь, оставь. Оставь подруге-то. А подруга что-то не особо его. Вон, вон, смотри, вон лежит. Ну, тут нравится лавашек. Ну,
Вот так вот мы все вместе и покушали измайловскую шаурмочку. Вместе с голубями, Адриан. Да? Вместе с голубями. Блин, что-то я даже не знаю, как ее доедать, короче. Это, конечно, трындец. Дайте его вот положим вот здесь вот. Вон оса еще, смотрите, тоже хочет. Идите. Идите и ешьте. Вот так. Пакет я выкину, а это пусть. Идите и ешьте. Не знаю, как ее есть, она не кусается нормально. Она при каждом откусе норовит на штаны опрокинуться. Смотрите, какая-то тусня образовалась. С одной стороны, оно и хорошо. То, что я съел только половину. Вот, потому что переедать на жаре ни в коем случае не надо. Вот. И так тяжеловато. А то еще целую шаурму поставишь, да? Будет вдвойне тяжелее. Половиночку съел, чувство голода ушло. Так холодненько кока-колочкой запил. Нормально, нормально. Но все равно шаурмиста на кол. На кол за такие дела. Вроде и шаурма красивая, и набивочка плотная, и вкусно. Но ты ее берешь, и она вот как лед просто бах, и рассыпается на осколки. Это же непорядочно. Это непорядочно. В следующий раз, если так перегреет, вот, просто как-то вот у меня таких не было моментов ни разу, но теперь я вот буду внимателен. Когда мне он отдаст супер горячую шаурму, за которую невозможно держаться, я скажу: братан, кушай сам свое добро, а мне сделай нормально, чтобы она у меня не раскололась на части во время поедания и не обдристала мне модные бруки. Три пути, партизанская. Давненько я не видел, чтобы вот здесь вот стоял поезд. Но я давненько и на метро, конечно, не ездил. Это типа как запасной путь у них считается. Прикольно. Вон, видите, как тут все. По правую руку, по левую. И посередине тоже. Рельсы. Партизанам слава написано. Партизанам и партизанкам слава. Ну вот. Вон он, этот торговый центр мой любимый. Просто кто будет спрашивать, кому интересно, ребята, вот метро. И вот прям прямым ходом туда. И там вот Рибок, Пума, Адидас, дисконт, короче. Почти весь магазин — это один сплошной дисконт. Вот я нет-нет-нет туда и езжу покупать какие-то себе тряпочки. Короче, нам на самый последний этаж, тут три этажа. На третьем этаже Adidas и Рибок, это мои любимые магазины. Вон, видите, Остин дисконт есть. Там можно чуть не за 200 рублей фуфаечку себе приобрести. Так дома ходители. На даче лучше не придумаешь. Блин, что-то мне какая-то маска волосатая.
От барсика, что ли? Наверное, у меня уже 2 недели эта маска. А вы каждый день меняете маски? Или через сколько? Отпишитесь в комментарии. А, ну тут понятно, блин. Все закрыто, только на вынос, фудкорт. Ну, понятно, история. О, Адидас. Адидасик. Видите, дисконт. То есть это оригинальная одежда, но со скидкой, потому что там, ну, модели, может, старые какие-то или размеры непопулярные. Вот маечка, да, 1699 Адидас. Я ебешь, хочется сказать. Треники модные. $3,399. Блин, ну у них, понимаете, у них одежда качественная, ребят. У меня вот типа такой куртки уже лет 7. И ничего с ней. Единственное, только что вот это вот белое вот стерлось. Я с Лёлей гуляю. С машиной там что-то поковыряться одеваю. 4000 такая куртка стоит. А вот модные, да, такие толстовочки. $2,399. XL есть. Вот мой размер. Хотя, может, у меня уже 2XL, конечно. Да и 2XL есть еще. Ну, ладно. Пока жара, ничего такого не хочется покупать даже. 4000, вот, пожалуйста. Ух ты. 4699. Это что, куртка просто столько стоит? Или это костюм? Куди, куди, это называется куди. Мы все толстовки. Это куди называется. Ни хрена себе. Дисконт. Ну, это он дисконт, ребят. А представляете, сколько? Ну, в оригинале это вот 5000. Куди тоже, видите, куди. 3,399, а так стоило 5000. 4,999. Ну, пожалуйста, дисконт. Такие вот есть тоже. Штанатизация. Бруки, бруки. Где цена-то? Бруки, где твоя цена? 3,699, ребят. Ух ты. 1,699. Красная футболка. Красное от слова красивое, да? Рожа у тебя, говорит, Леха, красное от слова красивое. Смотри, какая футболка. 1,699. 2,699. Такие. Ну, портки, да? Порточки. Вот, смотрите. С полосками все как надо, по красоте. Блин, тут музыка играет. Я-то ее не заметил. Ё-моё, не дай бог за нее. Ребят, это много снимать не смогу, потому что музыка, блин, я про нее просто забыл. У меня, я стою ее и не слышу, она играет, долбит просто мне в камеру. 2,399, вот. Блин, и вот тут вот колонка висит. Я думаю, что так все громче, там не особо слышно. Колонка, пошлите от нее подальше хотя бы. Жалко. Так, ребята, тогда у нас быстрый обзор будет. Это что такое? Костюм мужской, ребят, 4,999, вот костюм. Ну, костюм у меня, кстати, есть, адидасовский костюм, я здесь же покупал, и тоже ему года 4, и, в общем, нормально себя чувствует, и я в нем нормально себя чувствую. Вот костюмчик, 3,499, вот такой. Футболка красивая, серая. Мне вот такое все серое нравится, 1,699. Белые футболки. Блин, я хочу себе хоть одну белую футболку. У меня все какое-то серое, черное. 1,999, ребят, такая футболка стоит. Блин, музыка. Гребаная музыка. Это я специально говорю, чтобы ее перебивать. Так что, ребята, не обращайте внимания, что я постоянно бухчу про музыку, чтобы ее перебивать своим голосом, чтобы YouTube ее не расслышал. Так, это что? 1,699, вот такая вот. Ну вот куди, куди. Мы узнали, что вот эта тема называется куди, оказывается.
Хочется другое слово, да, еще вспомнить. Куди. Ну вот женская одежда, ребят, пожалуйста. Это женская же, да? А женская. Девчата, вот вам, пожалуйста, по красоте. Худи женская, 4999. Вот смотрите, какая красивая. Детская есть одежда. Ну и кроссовки, конечно. И кроссовочки, конечно, есть, ребята. Кроссовочки. Ну это вот вообще классика, да, стандартный. 4999 вместо 7699, пожалуйста. А вот смотрите, 2999 вместо 6499. Ни хрена себе, какая скидка, да? Конечно, не на сейчас. На сейчас вообще надо шлюпки. Так вот, ближе весна, осень. О, наконец-то музыку заткнули свою. Вот девичьи кроссовки, пожалуйста. 3999, вот адидасовские. Фирменные, да? Смотрите. Ни хрена себе, я думал, они легкие. На самом деле тяжелые такие. Смотрите, как будто это из пленки, что ли, какой-то. Или еще это из резины, прозрачной резины. Стоит 6499, офигеть. Блин, в них нога просто будет умирать. Просто упреет и исчезнет. Смотрите, реально, мало того, что тут резина, и вот тут, вот это тоже резина, охренеть. А вот шлепочки. 699 рублей, ребят, пожалуйста. Вот на сейчас, да? Вот, девочки, 700 рублей, ага. Это вот эти вот 699. А вот эти 1699. Хотел сказать, вот вам, девочки, пожалуйста, бюджетный вариант от Adidas. Хрен вам, ядрёнки. Бюджетного уже здесь ничего нету. 3999, ребят. Ну, классика, да? Adidas, да, шнурки, видите, написано. Adidas. Прикольные кроссовки вот эти. Вот, легенькие, вот для работы самое то. 3000 стоит. Легкие, удобные, невесомые, дышащие. Да, такие я бы себе взял бы. У меня, кстати, тоже, вот видите, Adidas. Тоже Adidas. Ребят, все, погнал я, извините. То есть, ну, я-то не погнал, я выключаю, потому что здесь музыка. А музыка — это плохо. Для нас, для блогеров, это плохо, очень плохо. YouTube может ругаться. О, ну он там, он Рибок дисконт. Он Рибок. Там тоже музыка, наверное. В общем, Рибок и Adidas — это, знаете, как Hyundai Solaris и Kia Rio. То же самое, только вид сбоку. Вот. Я уже в этом убедился. Ну там он музыка играет. Короче, не пойду я в Рибок тогда. Тут же еще был дисконт-магазин Puma. Puma мне тоже нравится. Что тут как будто такое ощущение, что половина позакрывалась. А, вон он, Puma. Вон она, Puma. Ну, конечно, здесь тоже музыка. Давайте так вот облетим быстренько. Вот, ребят, футболка 1190, Puma. Кому надо, забирайте. Есть с рукавами 2190. Кому надо, забирайте. Вот есть штаны, кому надо, забирайте. Ух ты, прикольно. Прикольный цвет такой, веселенький. Короче, тут музыка долбит, сураунд. Поэтому, ребят, извините, я вынужден выключить. Но вот мы посмотрим, сколько стоят вот эти штаны. И я вырубаю от греха подальше. Где ценник-то, блин? Вот эти штаны стоят 3990 рублей, ребят, вот. На них вот липнут волосы от барсика, пыль и все, что не попадя, к сожалению. А так материал приятный, конечно. Но больно уже статичный. Его нужно антистатиком все время обрабатывать. Вот так вот. Вот в этом магазинчике я себе джемпер. Ой, да, хочу сказать джампер. Citroen джампер. У меня был Citroen джампер. А есть джемпер я покупал. Кофту джемпер. И тут мне еще понравилось, что тут очень прикольные такие вот футболки всякие. Видите, и стоит недорого. 599 рублей. Смотрите, как прикольно. Вот тоже. И музыка, главное, не играет, да? Вот вам и Adidas, Идрин. Вот. Магазин для блогеров без музыки. 699 рублей. Такая вот футболочка. Что, прикольно.
А вот смотрите, тоже. Тоже классный такой рисунок. Смотри, 399 рублей всего. Ничего себе. И там, да? 1600 ядренцев. Ну, Adidas. Смотри, 399 рублей тоже, пожалуйста. А вот беленькая, веселая. Фандей называется фирма. 399 рублей. Голубенькая есть. Вот если тут джемперок тоже брал, что-то недорого, за 1000. 399. Вот джинсики есть. Джинсики. 1499. 1199. Смотрите, какие приятные цены, ребят. 799 рублей джинсы. Офигеть. На рынке таких цен-то нету даже. Приятный магазинчик. Стронг. Стронг. Не знаю, где тут цена. Вот тут футболочки разно всякие. Ух ты, с самолетом, прикольно. Класс. Вот это наши цены, да? Вот это наши цены, ядренцы. 399, вместо 500. Трусики, кому надо, трусики, носочки, все есть. Вон, девочки, 499 рублей, комплект, смотрите, целый, сколько тут штук-то? 7 штук, обалдеть, неделька. Бруки, 1399 рублей. Вон те. А вот эти 1599. На лето, в общем. Не, ну не на такое, как сейчас. Куртка 1500-ница. О, вообще 999 рублей, смотрите, куртка вместо 3000. Ну, правда, должно повезти с размером. У меня вот не 48-й. Вот 58-й. Это мала, это велика, ядрен. А вот смотрите, рейв. Рейв стайл, да? Рейв. Знаете, рейв, что такое рейв? А, музыка рейв, ядрен. Бейсболочка веселая. 449 рублей, смотри. Ну вот это магазин. Это наши цены, ребят. Это наши цены. Это наши цены. Вот этот магазин мне нравится. Вон еще есть... Глория джинс. Я туда заходить не буду, там тоже музыка играет. Ну, Глория джинс, понятно, да, в общем, все то же самое. Джинсы, рубашки, фуфайки, футболки. Торговый центр этот я поперся с целью что-то купить, если зацепится глаз. Но глаз особо ни за что не зацепился. Да, моя локация была, это в основном Adidas. Думаю, приеду в Adidas, за что-то зацепится глаз, и я это что-то куплю. Ну, что-то, блин, вот как было у них 2 года назад, в общем, все то же самое висит на вешалке. Что-то не обошел глаз и не зацепился, ну и цены вообще негуманные какие-то у них. Футболки там 1600, да, и рядом магазин Фандей, в котором 399. Вот, еще подумаешь, а нужен ли... Он этот Adidas, Едринович. Хотел обратно на трамвай поехать. До трамвая там идти прилично. Думаю, поеду я на метро. О, видите, а кстати, здесь уже все, поезда нету, он уехал. Вот здесь вот посередине стоял, значит. Уже нету, все, угнали. Редкая удача увидеть вот здесь вот поезд. Вот мы сегодня с вами увидели. Ставочки остановится дверью, нет? Не остановился. Кто поставил, что остановится, тот проиграл.
уютно, вы ошибаетесь. В метро душно, жарко. Я не представляю, что тут в час пик творится. Это просто трындец. Что-то я туда ехал, вроде не так было. Прям очень душно. Я еле доехал, реально. Чуть в обморок не упал. Мужики не любят по магазинам шляться. Для них это как каторга. Вот. И, ну вот у меня батю возьми, да, если в какой-нибудь торговый центр поедет с маманей, он весь обновится, обухтится. Я наоборот, я с удовольствием. Могу вот так вот приехать, просто пошляться. Когда фастфудики работали, посидеть там, покушать, попить мириндочки. В один магазин зайти, во второй. Могу полдня шляться, ничего не купить. Но главное покушать. Для меня это ритуал. Вот без покушанья уже как-то не то. Реально. Как будто какой-то дискомфорт прям. Я уже думал, может беляш какой-нибудь купить возле метро. Да вроде шаурму ел. Ну, поел пол шаурмочки. И, ну, вообще есть не хочется. Такая жара, конечно. Ну, хорошо, тенек. Измайловский бульвар, ребята. Пожалуйста. Измайловский бульвар. Мне нравится этот райончик. Я бы вон в том доме себе купил бы квартиру. Вон в том, который за деревьями спрятан. Там крутой дом. Но недавно построенный. Новый почти. Ну, так приятно пройтись. Прокатиться на метро. В духоте. Блин, ну я реально, я думал, в метро лайтовей намного. Нифига, духотина, душегубка, трындец просто. Я говорю, я не представляю, бедные люди, вот когда час пик, я еще жалуюсь на пробки, да? В пробке ты хотя бы сидишь в кондиционере, в своем пространстве. Никто тебе плечо под ребро не пытается загнать. Блин, а тут, конечно, я даже не представляю, ребят, вы герои. Кто ездит на метро в час пик. Зашел сейчас в зоомагазин. Барсиком купил проплан развесной на 100 рублей. И туалет. Очень приятно, когда тебя без 5 минут 41 год называют молодой человек. Говорит, молодой человек, постойте, оплата не прошла. Давайте еще раз попробуем. Не вопрос. Но это карточкой оплачу сюда. Вот. Ну, короче, ребят, что? Ну чё, вот такая у нас получилась прогулка, вот, от души и от сердца. Ребят, подписывайтесь на канал, устанавливайте лайчонка, потому что ролики выходят регулярно. Чтобы не пропустить ролик на вашу любимую тему, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а также подписывайтесь на инстаграм. Ссылка, на который в описании к этому видео. Блин, ну духотень, конечно, трындец. Особенно в метро. Я не ожидал. Я думал, в метро кондиционеры у нас. Оказывается, не везде. Кошмар. Ладно. Все наладится. Все будет хорошо. Ребят, до встречи в следующем видео. Пока-пока.